этого бы шестого матча точно не было бы. Может быть, и этого второго раунда не было бы, если бы не Никита Серебряков. Настоящее открытие этого сезона во вратарском плане. И, вы знаете, зрители все прекрасно понимают. Там возможности Адмирала и Акбарса изначальные, но вот... Зрители не обманешь. Они видели все своими глазами, и они понимают, что Адмирал показал все, что мог. Зентлая Хайдарович. Вот, наконец, подумал, серия закончилась. Да, пришлось Акбарсу еще раз летать во Владивосток. Конечно же, это потраченные силы перед следующим раундом. И Акбарс будет играть уже с Авангардом. Да, ждем Акбарса в финале конференции.